Всем привет, это канал Physics A, и как видите, мы играем в Prey, да. А что это значит? Значит, мы будем пытаться снова. Почему я сейчас выхожу на... Я хотел сказать улицу, но нет, это не улица. Хорошо. А почему я выхожу в космос? Потому что, помните, если вы помните, то там была пробоина одна. Я сейчас ее потом покажу. Мы ее видели, и там были нейромоды. Потом мы какую-то штуку вставили. Это резисторы какие-то, если я правильно помню. И ничего не сработало. Ну или что-то сработало, но я не знаю, что именно. Сейчас мы пойдем туда, где мы вставили, по идее, вот эту штуку, только уже со стороны обшивки Талоса. И посмотрим, что же там можно найти. Наверняка... Так, цистоиды, вот вас я обойду лучше. По идее, она должна быть где-то, вот за... Прям надо облететь вот так полностью Талос, блин, какой же он огромный все-таки. Хотя нет, не очень. Вот хз. Вроде внутри кажется больше, снаружи чуть меньше. Не знаю, с чем это связано. Возможно, разработчики немножко поленились. Либо это мне просто так кажется. Где-то вот здесь должна быть дырка эта. Надо ее поискать. Может, где-то вот здесь. Сейчас будем ее... Стоп! Стоп, вот сейчас бы врезался, было бы мне больно. Так, может быть, пониже надо спуститься или повыше? Куда нам надо-то? Так, это... Так, тут я сейчас врежусь. Нет, не сюда. Так, что-то я потерялся немножко. Ну окей, сейчас мы найдем путь. Так, вот тут надо аккуратненько пролететь. О, молодец. Так, опять цистой, да? Так, пошли вон, не догоните. Ага, отлично. Вот и там еще ключ из спасательной капсулы. Так, это что у нас? Это какой-то шлюз. Так, может быть, где-то здесь? Так. Опять стоит, и чё их так много-то, а? Ой-ой-ой, прям летят на меня. Так, ладно, валим. Надеюсь, не догонят. Так, отстали вроде, окей. Чуть-чуть патронов потерял. Чёрт. Где-то здесь должно быть. Еще бы найти надо, да? Возможно, там как раз и находится ключ, который нам нужно взять для реактора. Если он там находится, то это очень странно. Почему нам сразу не показали то место? Почему мы должны догадываться до него? Так, мне кажется, надо пониже спуститься все-таки. Где-то сюда. Ать. Так, тормозим. Так, вот, походу, пробоина. Это она? О, тень. Прикольно. Тихо. И там как раз летает телепат. Где он там? Черт, не вижу. Это научный оператор, нет. А что он там делает, интересно? Ладно. Так. Похоже, это то самое место. Так, главное, чтобы он меня не спалил. А вот телепат. Ага, мы его спалили. А вот и пробоина. Это она? Ну-ка посмотрим сейчас. Радиация. Вот меня спалили. Кто меня спалил? Ой, тут цистоиды. Черт! Опа, что это пролетело сейчас? Так. Опа. Повзрывайтесь, давайте. Там вроде все взорвались. Отлично. Нейромод. Летает. Отлично. Так, электронная почта. Тут есть что-нибудь интересное? Нам нужно поговорить, загляни в мой кабинет. Так, ладно. Так, это можно, если что, переработать все дело. Так, вон телепат летает. Походу, он меня преследует. Это он стрелял какой-то хренью? Ладно.
Плоховато видно, надо включить. Может, что найдем сейчас. Спалил. Опять стреляет. Тихо, я еще не все. Что за пуля такая? Ё-моё. Она что, самонаводящаяся? Только мне этого не хватало, а? Черт, так, что у нас тут? Так, набор для улучшения оружия, неплохо. Все, походу тут больше ничего нету, полетели в дверь. Черт, как хорошо продамажил он меня. Так, это у нас... операторы. Ну давайте возьмем, ну, починить нам костюмчик, если что. Так, ай-яй-яй-яй-яй. Да что ж такое? Тяжело тут проходить. С. И... На 7 секунд надо добраться. А, есть, отлично. Так, вызываем. Запрос нового оператора. Давай. А я пока тут абсолютно... Вот, да, это то самое место, я вспомнил. Тут должно быть время работы. Оператор, инженер Транстар, класса Кобальт-410, готов. Не заденьте проем. Что-то как-то маловато. Подожди, там был не один. А вот второй. Где третий? Где-то еще был, должен быть третий. Не помню. Было три. Вот, спасибо. Починили костюмчик. Отлично. Так, что это? Инъекторы? Блин, сколько их много тут. Приближается оператор. Так, ладно. Сколько у меня этих инъекторов уже? У них дофига. 32 штуки. Офигеть. Я их вообще не использую. Практически. Ну, пусть будут. Может пригодится как-нибудь. Так. Чё, в шкафчиках ничего? Так, а тут что у нас за столиком? Больше ничего? Здесь тут что, больше ничего нету? Мусорный бак пустой. Так, что тут? Что еще можно тут обшарить? Чё, вообще ничего. Реально больше ничего не открывается. Похоже, похоже. Это все. Вот еще один мусорный бак летает. Он тоже пустой. Походу это все. Тут нету ключа. Я не знаю, что делать. Привет. Где третий нейромод? Я тоже не знаю. Что это за штука? Ой. Ой, прости, чувак, я прям в тебя попал. Офигеть. Я не специально. Может, куда-то туда улетел? Ну, блин, ладно. Так, тут посмотрим, что. Тут все я обследовал. Так, это открывается, это нет, это носится. Это тоже носится. Опять? Сейчас будет стрелять. Черт, скрыться надо от патрона. Блин, офигеть, какой метки. А, это что у нас за полка? Опа. Симулятор Екатерины? Мысли. Какой еще симулятор? Так, я что-то нашел. Только я сейчас не смогу выбраться, блин. Там же телепат. Блин, надо подлечиться все-таки. Съедим 3 банана. Так. Он ушел? Блин, тут у меня мало патронов совсем. Пушка, да. Чем еще его можно отвлечь? Ладно, все, погнали, погнали, погнали. Он стреляет меня этой штукой. Черт, она летит меня. Офигеть. А ее можно сбить как-то? Слышь, она прям в меня летит. Сука! Офигеть! Офигеть, что за патрон вообще такой? Ну нафиг, все, летим отсюда. Нету больше там ничего, походу. А если есть, то, извините, это уже не считается. Я хотя бы попытался туда слететь. Мы нашли три нейромода. Надо узнать, что по ним так. У меня их 6 штук, офигеть. Что бы можно прокачать такого? Точный удар, да, ну нет, лаборант. Позволяет улучшить стандартное оружие первого уровня с помощью навыков для улучшения оружия. Так, оружие, вот это же, это тоже,
Хотя, подожди-ка. Это, наверное... Сейчас, нет, нет, не так надо. Или так надо. Так, вот, например, если мы... Так, тут нужно... Ага, для вот таких... Если оружие, тут тоже нужен лаборант. То есть... тут... А тут что нужно? А тут не написано, что нужно. Так. Мы можем либо лаборанта прокачать, либо оружейника. Но мне кажется, надо прокачивать сейчас оружие, потому что они должны быть у меня мощными. Они и так у меня слабенько стреляют, а нужно, чтобы они убивали всех подряд. А для этого нужно качать оружейника. Давайте прокачаем оружейника. Потом будем качать, не знаю, ремонтника, нет. Или хакер. Хакер все равно нам нужен и 4 уровня. Ученый навык, нет. Может быть, здоровье себе повысить? Там вроде еще можно. Только где? Где здоровье? А, вот здоровье. Тут можно... до 200 и до 300 жизней. Офигеть. Это очень прикольно. Так, вот надо сейчас найти выход только. Вон там. Несколько задач подписано. Сейчас мы полетим туда. Так. Так, с какой стороны? С этой? Теперь надо искать сторону, в которую, с которой надо влететь в Талос. Потому что только там открыт проход, больше нигде. Опа, солнышко. Черт. Надо найти проход. Может, где-то снизу. Мне кажется, что я чуть-чуть ближе стал. Как-то, вроде где-то здесь. Наверное, с этой стороны. Да, походу, с этой. Нифига не видно. Стоп, стоп, стоп. Опа, а что за пробой? Стоп. Я такой не видел. Ну-ка. Или я здесь был? Как узнать, был я тут или нет? А, да, а вот что я искал-то, вот. Мне сюда и надо как раз. Это грузовой отсек, точно. Все, мы прилетели. Только стоп! Так, а, надо... Тут не пристыкованный, вот пристыкованный. Подожди, я перевернулся. Надо перевернуться. Во, все, отлично. Все. Полетали, ничего, в принципе, не добились, но мы нашли какой-то инъектор, симулятор Екатерины Ильюшиной. Я не знаю, что с ним делать вообще. Может быть, он как-то нам пригодится в дальнейшем, то есть, может быть, и хорошо, что мы слетели туда, а то могли бы быть какие-то проблемы потом. Главное, что мы справились. Так, окей. Пойдемте тогда... к нашему реактору, к которому мы не можем попасть. Кстати, давайте мы утилизируем вещи, которые мы тут нашли. О, не тут, а там, точнее. Кстати, симулятор Екатерины нельзя выкинуть. То есть он нам пригодится в дальнейшем, я так понимаю. Ой, не сюда. Ну, все, переработан материал. Нормально. Даже чуть-чуть материалов всегда пригодится. Может, что-нибудь создать? Наверное, нам надо патрончиков для дробаша сделать. Пригодится. Чё еще? Может быть, патрончиков для вот этой каучемета? У нас есть? Надо посмотреть. Аккумуляторы, вот. Стой, не попал. Вот, аккумуляторы. Кстати, они что-то какие-то... ну, дороговатые. Ладно, пока не будем этого делать. Тогда давайте сейчас прокачаем наши пушечки, особенно дробаш.
огневая мощь. Давайте прям до конца самого. Качаем, нам это позволено. Ага. Потом что еще? Скорость перезарядки, да, ладно. Боеприпасы давайте. 8 боеприпасов, отлично. Уже лучше. Отдача. Отдача снижается. Давайте отдачу снизим тогда. Что у нас? Две штуки остается, да? Пистолетик можно прокачать. Емкость магазина, давайте. И дальность выстрела. Чем дальше сильно стрелять, тем лучше. Вот, отлично. Так, надо перезарядить наши до 17. Ага, и дробаш, дробаш. До 8. Отлично. Все, погнали. Погнали сюда тогда. Ну, что еще делать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот такие вот дела. Сейчас тогда опять попробуем поискать долбанный этот ключ. Потому что я не знаю, что еще делать и куда идти. Ничего не понятно. Давай. Могли бы хотя бы сделать какой-то проход канализационный. Опа, в смысле? В смысле? Тебя тут не должно быть. Я ж тебя убивал. Ты где? Ну-ка. Так, окей, спалил. Можно протестить наш дробаш? Или не тестить? Может быть, как-то его обойти? Чё тратить патроны, да? Блин. Что-то он долго смотрит в одну точку. Так, пока он меня не спалил. Это потому, что у меня немножко скрытность прокачана. На один уровень вроде как. Так. Так, он что-то услышал. Ну ладно, я уже успел убежать. Ну, он что-то, наверное, заподозрил. Но уже поздно подозревать. В смысле... Так. Я нашел. Тебя надо вот с этого. Да, в смысле, заряжать уже. Есть, отлично. Так, отлично, сломали. Убили. Вот, а теперь... Спасибо за... я могу до конца зарядить пушечку. Хоть у меня и полные баллоны, но все равно недостаточно много у меня патронов. Все равно будем искать патрончики. То есть надо убивать вот этих роботов, и тогда с них будет даваться каучеметный аккумулятор. Вот. Как-то, конечно, странно, что у них есть вот эта штука. Они же вроде ничем таким не стреляют. Просто, наверное, батарейки подходят, что для роботов, что и для лучемета. Ай, странно. Ну и ладно. Помочь, поговорить с Екатериной электростанцией в комнате метро системы охлаждения. Да как с ней поговоришь, если... Вот мы тут были как раз. Так, открывайся дверька. В смысле? Я взял эти нейромоды. А вот и третий должен быть, по идее. Мне кажется, это нечестно. Я же... Там же... Игра. Ай-яй-яй. Как тебе не стыдно. Ладно. Пропалили систему. Так, а тут... Надеюсь, никого нету. Черт, придется искать где-то... Нет, мы не будем тебя чинить. Тут уже и так все чисто. Так. В смысле, а что, я у тебя не брал боеприпасы? Как так-то? 300. Привет, турелька. Должна же где-то она валяться все-таки. Эта карта. Слушайте, мне тут птичка напела, что вы недавно заткнули течь весьма необычным способом.
Да, это случайно не птичка же Полис по фамилии Красиков? Не исключено. Можно поподробнее? Нет, а то мне достанется на орехи. Я просто утоплю вас в баке с угрями. Ой, ладно, у нас не хватало запчастей, и я одолжил гипс-пушку у ребят из аппаратной. Отлично сработало. Остроумно. В следующий раз позаботьтесь о том, чтобы у вас были необходимые запчасти. Ясно, босс. Как можно было догадаться, что там находится карта? Блин, это капец. Ну иди сюда. Господи Иисусе. Морган. О, два раза и все, готов, отлично. Так, надо теперь сюда. А, я могу попасть сюда, отлично. Привет, а я тут уже. Я думала, я умру. Ну, раньше, чем планировала. Откуда взялась эта тварь? Это... Это Тони? Оно так на меня смотрело. Я бы встала, но ноги и легкие, и нервная система. Послушаем пока. Что вас удивляет? Про Пракси, помните? Вы предупреждали меня. Лекарство в моем кабинете. Мне туда уже. Боже, Морган. Это оно как раз. Оно все-таки пригодилось. Вы меня иногда чертовски удивляете. Пожалуйста. Прямо в шею. Там есть следы. Самой делать сложнее. Давай. Ай. О боже. Я снова дышу. И чувствую ноги. Отлично. Мы ее спасли. Все еще пятна перед глазами. Но это пройдет. Ну все. Спасибо, Морган. Да пожалуйста. Всегда пожалуйста. Так, я просто случайно нашел лекарство, извините. Окей, давайте взломаем комп. То пароль искать неохота. Отлично. Погнали. Ну, тут в основном ничего особенного нету, но... Ладно, кто захочет, тот почитает. Так, у нас тут есть... проходит. Опа. Немножко необычно. Так, робот. Аптечка, отлично. Всякая шняга. Так, мусорка пуста. Тут вроде больше ничего нет особенного. Шкафчик пустой этот. Так. Запрос. А нафиг мне тебя чинить, если я могу вызвать нового оператора? Зачем мне это? Только тратить на запчасти. Давай, лечи меня. Ага. Спасибо, все, я пошел. Так, что сюда нам надо? Так, тут закрыто. Тогда нужно это дело как-то активировать. Вот, тут тоже кнопочка работает. Так, тогда нам не сюда, значит нам сюда. Проход только. Добро пожаловать. Всё, отлично. Ой! Откуда ты взялся? Ух, двое. А ну-ка, стоять. Ну-ка, получай, получай по заслугам. Так, есть, почти убил. Следующий. Так, сейчас я восстановлю. А теперь погнали с тобой, разберемся. Оп, 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 оп. Давай, ну-ка, оп, оп, оп. Ну почти. Ай, ну ладно. Пистолетом. Он упал. Ладно. Полечи меня опять, ты где? Ты чё улетел-то? Лечи меня. Там что-то есть. Что-то. Тут же можно все переработать. Да, конечно. Он куда-то провалился. Ну ладно, я так понятно, что вниз куда-то провалился. Мне было интересно, как вы отреагируете, когда найдете Екатерину. Вы рисковали жизнью ради нее. Похоже, при извлечении нейромода стерлась не вся память. Не до конца. Это мимик. Возможно, самые яркие воспоминания все же оставляют след в подсознании. Или в вас больше сострадания, чем я ожидал. Вы уверены, что не было бы лучше? Не хочу показаться черством, но когда она узнает, что вы хотите уничтожить Талос один, неизвестно, как она отреагирует, ведь покинуть станцию нельзя. Ну, хрен узнает, что она и как отреагирует.
Ну да, типа я рисковал жизнь ради нее, а потом все равно уничтожу базу. Ну, конечно, это странно, но что поделать-то? Немножко дать ей подышать, все-таки чё мучить ее. Так, ладно, куда же мы идем-то? Я так понял, тут по идее должен быть лифт, но не работает. Чё, мне вниз прыгать, спускаться так что ли? Ну, сойдет. Ладно. Но все равно. Вот так можем летать. Так, а вот была же лестница. Чё, я не заметил, что ли? Ну да. Можно было по лестнице спуститься. В принципе. А можно и по трубам даже. Ладно. Мы можем еще ниже спуститься. То есть там все по лестнице, в принципе, можно было спуститься. Давайте сюда. Да куда ж ты лезешь? Так, окей. Мы спустились еще ниже. Тут у нас что? Отлично. Так, ящик, что ты двигаешься? Так, сзади, сзади. Наверняка что-то есть? Нету. Ладно, допустим. Куда еще можно сходить? Вон там что-то есть. Наверное. Ого. Так, и... Что это? Почему оно сверкает? Дивертор. Так, баллоны. Еще один дивертор. Ну-ка, спустим его вниз. Так, окей. Склад. Взлом третий. В принципе, можем взломать. Почему бы и нет? Может, что-то пригодится. А, дальше. А, опять. И... Что-то как-то изи. Че? Вообще изи. Окей, ладно. Турели. 4 штуки. И... Так, ящик. Можно вызвать... Да, кому-нибудь одного там. Опять дивертор. Набор для улучшения оружия. Места нету. Это печально. Ну ладно, но мы запомнили твое местоположение все равно. А все, что ли? Больше ничего нету? Что-то как-то маловато. Ладно, давайте вызовем... одного такого чувачка. Погнали. С. И. А. Все, взломали. Запрос нового оператора. Можно починить костюмчик. Кстати, тут можно закрыться от кого-нибудь. Ха! Оператор, инженер Тан Старк. Изучаемый. Ваш костюм поврежден. Так, мне кажется, турели тут не специально лежат, и мне кажется, ими надо воспользоваться. Вот мои диверторы лежат, уже 3 штуки нашел. Мне кажется, их надо искать будет, эти диверторы. Так, давай. Я так понимаю, тут какое-то месиво сейчас будет. Ой, тут цистоиды еще. Давайте как-нибудь поставим турели, типа вот одну сюда. Вот. Я так понимаю, тут будет какое-то сейчас месиво происходить. Куда ты вылетел? Не сюда. Тебе тут не надо находиться, тебя заразят сейчас. Мне придется тебя еще убивать, ага. Ты не умеешь сражаться. Так, одну сюда. Потом возьму еще одну. Турели, конечно, слабые, но когда их много, они могут пригодиться. Особенно, если будет очень много фантомов. Могут помочь. И одну сюда, по центру. Достаточно. А одну я поставлю в другое место. Сейчас покажу. Я выбрал место куда-нибудь вот сюда. Почему? Потому что здесь можно убежать, если что. Спрятаться от кого-нибудь, и он нас не достанет. Хотя бы что-то будет. Так, что это? Пластик. Поломка. Мы можем починить. Чини. Во. Утилизатор. То, что нам нужно как раз. У нас просто места для набора для улучшения оружия нету. Теперь будет. Так, а почему у меня два разводных ключа? Надо тоже его выкинуть. О, неплохо. Сколько мы
материалов-то, а? Можем взять там для улучшения оружия. Так, и может что-то надо прокачать. Посмотреть сейчас. Что будет мешать нам тут место. Для пестика или дробаша. Что там отдача, не знаю. Сейчас там ничего нету. Так, у тебя что можно прокачать? Можно прокачать мощность. Давайте прокачаем, тебе удобно будет оглушать этих роботов. Ой, очень удобно. Так, надо перезарядить тебя, да. Окей. Допустим. Что, нам сюда надо? Так, а тут тоже что-то. Это получается фабрикатор, да? Пока оставим тут, чинить не будем. Может быть, найдем так антирад. Книжка почитать. Так, до начала отключения реактора аварийные переключатели на всем оборудовании должны быть проведены в положении выключен в следующем порядке. Магнитосфера. Ага. Это нам пригодится, мне кажется. Мы сейчас будем отключать реактор. Так, антирад. М-заряд. Отлично. Неплохо так. Похоже, сейчас будет месиво. Нам столько дали всего. Походу, будет месиво. Окей, что тут надо? Аварийные переключатели. Ага, вот и они как раз. Магнитосфера. Так, надо почитать как. Магнитосфера. Энергосистема подстанции. Фотоэлектрические кольца. Так, магнитосфера первая, да? Потом вот эти две. А, отлично. Потом что там? Гравитация, жизнеобеспечение, основной реактор. Гравитация, жизнеобеспечение и реактор. Все. Мы сделали все по порядочку. Запускаю программу остановки реактора. Энергосистема. У нас новый код, реакторный отсек. Фотоэлектрические кольца отключены. Жизнеобеспечение отключено. Магнитосфера отключена. Гравитация отключена. Остановка главного реактора через 3, 2, 1. Реактор остановлен. Главный реактор будет запущен через 3, 2, 1. Гравитация включена. Жизнеобеспечение включено. Магнитосфера. Внимание! Запуск реактора прерван. Включаю запасной генератор. Коннелли, этот кретин должен был проверить дивертеры неделю назад. Ладно. Морган? Дивертер? Придется вам самому чинить. Или найти замену, если повезет. Их как раз... Туда надо как раз войти, только мне тут мешают эти... Надо их как-то... Черт, они их очень хорошо мешают. Сейчас... Стой. Ай, блядь! Сюда, сюда, сюда. Где они? Они все там. Черт возьми. Они, кстати, некоторые там подрываются, но они все равно там. А их можно как-то приманить же, у меня же есть вроде как... Да-да-да, приманка для телефонов, то почему одна? У меня же... А, максимум... Ну, вот такая хрень, да? Ну ладно, давайте одну как раз используем, меньше будет занимать места. Окей. Так. Они все скопятся у одного места, давайте... Так, сюда. Ой. Они там повзрывались некоторые. Все, закончились. Вон еще. Слушай, они хорошо взрываются. Ой, радиация. Нам все равно придется сюда заходить. Ладно. Внимание, радиационное заражение. Обратитесь к врачу. Че, один дивертор нужно заменить? Но у меня есть антирад, так что все нормально. Один всего лишь, да? Это изи. Я-то думал, там надо искать диверторы. Так. Сюда. Все. Теперь можно, в принципе, лечиться от лучевой болезни. Вот. Использовать. Все отлично.
вылечились. Погнали. Продолжим. Возобновляем запуск реактора. Магнитосфера включена. Всё. Энергосистема подстанции включена. Запуск реактора завершён. Чё, всё взорвалось? Системы в норме. Опа, кто-то... Сработало. В смысле? Подаю питание на лифты и шлюзы, но... Вижу много всплесков энергии и утечку в камере охлаждения. На и робот заразился от яичка. Осторожнее на обратном пути. Могут быть и другие неполадки. Ладно, мне срочно нужен... Так, ё-моё, технопад! Всё обнулилось. Теперь Талос открыт. Умно. Рискованно, но умно. Чё ж такое, в чём ты не меняешься? Так, он пока я не больше видит, не погнали. Буду тебе мешать. У тебя есть право узнать правду. Всю правду. Это он сломал их. Зайди в мой кабинет. Технопад. Ой. Морган, это вы? Что бы вы там ни сделали, я это почувствовала. О, лифт. Если так вы решили отомстить, энергоснабжение восстановлено. Ага. Значит, и лифт убежал. Тоже. Надеюсь. Да, и лифт установил я. Я молодец. Все, валим отсюда. Открывай. Спасибо. Уходим отсюда. Все. Все, справились. Неожиданно. Так. Кто тут есть? Осторожно, Морган. Когда вы запустили реактор, в камере охлаждения сработала газовая тревога. Турбины охлаждаются водородом. Теперь там утечка. Любой выстрел будет последним. Это как гранату себе под ноги бросить, а то и хуже. Как ты громко говоришь, так, а? Чтобы я мог лучше помочь вам в будущем. Ладно. Использовать. Тут не было чего-то. Теперь типа открылось, да? Нам туда надо, я так понимаю, да? А, я понял. Окей. Тогда мы это продолжим в следующей серии. В принципе, мы очень близко подошли к финалу. Я не знаю, что там дальше делать. А то у нас обшивка Талоса, да. То есть мы сейчас полетаем в космосе, потом надо куда-то нам прийти. Куда, кстати? Что это за координаты? Ну, я так понимаю, нам куда-то туда надо. В обшивку, а через обшивку куда-то пройти, попасть, не знаю. Ладно. На этом пока что остановимся. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Также не забывайте про группу ВК. Там можно предлагать игры для прохождения. Всем пока.